Здравствуйте! Сегодня я приготовлю салат на маринованную капусту на зиму. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Зачистила капусту от верхних листьев. Начинаю нарезать. Нарезаем кубиками. Натираем на терке морковь. Добавляем морковь. Перемешиваем. Готовим маринад. Для маринада на 2 литра воды берем соль. 4 столовых ложки с горкой. 100 грамм. Сахар 200 грамм. 8 столовых ложек с горкой. 2 столовых ложки уксусной кислоты. Ставим на плиту до закипания. Заливаем горячим маринадом и оставляем на 20 минут. Закладываем капусту в банку. Закрываем капроновой крышкой. Оставляем до остывания. Потом помещаем в холодильник. Радуйте своих родных и близких натуральным продуктом.